Поселок Развилка, дом 28. Всего полторы недели назад этот адрес был лишь точкой на интерактивной карте региональной программы капитального ремонта. Но и сейчас многие жители могли быть даже не в курсе, что их дом вошел в эту программу, если бы не информационные таблички на дверях. Все происходит в подвале. Несмотря на то, что объем работ немалый, замена центрального отопления и труб горячего водоснабжения, сделать их планируется в кратчайшие сроки. Приступили мы к работе 15 сентября, закончить планируем в начале ноября. То есть отопление планируем закончить до середины октября, а замену горячего водоснабжения где-то в начале ноября. Дом построен в 60-х годах. С тех пор трубы горячего водоснабжения не менялись. Даже непрофессионалу видно, что многие детали не только морально, физически устарели. Настолько, что если вдруг что-то выйдет из строя, приобрести это просто невозможно. Уже не выпускают. У многих труб отсутствует необходимая обложка, задача которой – сохранять тепло. Теперь смотрите, вот все здесь уже покрылось коростом. Все гнилое. Ну, шариковый кран, ну его не повернешь даже, он не поворачивается. Трубы все. Ну все, это уже грубо все у нас пилить, просто срезать и смонтировать все заново. Прежде чем трубы и комплектующие окажутся на том месте, где они должны быть, необходима подготовка. Кстати говоря, никаких деталей, за исключением датчиков и кранов, не привозят. Все делается здесь же, в подвале. Подъезд довольно-таки в хорошем состоянии. К тому же нам достался подъезд, в котором раньше была оборудована слесарная мастерская сварная, которую нам дали в пользование, что намного упростило работу. Самая ответственная операция – сварка. Именно от нее зависит надежность соединений. Сколько именно таких швов нужно сделать, никто не считал. Но в общей сложности здесь будет заменено около километра труб. Слесарю-сантехнику Александру Гачкову ежедневно приходится завинчивать сотни кранов, а потому все движения четкие, выверены, и проблем в дальнейшем с этими соединениями не будет. Материалы в работе применяются и традиционные, и современные. Сначала на резьбе накручивается соленка, потом берется юнипак, то есть паста, обмазывается и запаковывается кран. А паста зачем? Чтобы просто-напросто воду отталкивало, ну, и легче накручивался кран. Трубы красят, естественно, не для красоты. Краска со специальными добавками призвана не дать развиться коррозии, которой наиболее подвержены именно горячие трубы. В Развилке это не единственный дом, где проводится столь масштабная замена труб центрального отопления и горячего водоснабжения. А значит, многие жители поселения встретят заморозки, не опасаясь, что будут перебои с теплом. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.